Меня тут какой-то пацан спрашивал. Я его погреться пустила. Да? Спасибо. А, привет. Привет. Держи. Дядя Сережа, ты что завтра делаешь, а? 4 часа. Вот так надо. Ага. Если вот так. А что делать будем? Ну, мне в школе общественное поручение дали. В общем. Ну, короче, я же работаю. Ой. Это те самые, что у тебя на море были? Ну, те. Дядя Сережа, а можно посмотреть? Ну, говори, что за дело-то конкретное. А? Дядя Сережа, а можно их на пару дней? Зачем? А у нас дискотека. Ну и что? Ну как? А, дискотека. Значит, решил повышивать немножко. Перед девочками сверкнуть, да? Да ты знаешь, чьи это часы, сопляк паршивый? Ну, снимай. А ты чего обзываешься? Чего обзываешься? Да подавись ты своими часами. Ты как со старшими разговариваешь, сморчок? Я тебе шею намылю. У тебя на мою шею мыла не хватит. Видали? Сейчас они все такие. Сын, что ли? А. Серега! Серега! Серега, здорово! Здорово! У тебя квартира свободна? А что? Ты понимаешь, давай ключи. Я с двумя бабами познакомился. Такие шикарные бабоньки, туристки приехали. Ну, Сереж, давай, чего ты молчишь? А? Сереж, ну что? Какие туристы? Ну, молодые, студентки. На каникулы приехали. Центровые, такие бабы красивые. Да пошел ты со своими центровыми. Ты, придурок! Лечись, если ума нету. Ничего не говорил. Ты губы-то не раздувай. Я и так из-за тебя опоздал. Ты все равно не согласишься. Ну почему, если дело нужное? Ты только не тяни. Да, мне сегодня в школе поручили встречу с интересными людьми организовать. Ну? Ну, завтра первое состоится. Ну? Ну что, ну вот я и подумал, может, ты выступишь. Я? Как это? Ну, выступишь? Расскажешь про самолеты, работу. У нас ребята в школе, знаешь, как интересуются? Погоди, погоди. Ты что, обалдел? Это ведь уметь надо выступать. А что уметь? Язык у тебя хорошо подвешен, оденешься посолить. Ну так как, дядя Сережа? Я уже учительница про тебя рассказал. Ты же сам говорил, если дело... Да стоишь. Погоди, не тарахти, 4? Да, около моего дома, помнишь? Помню. Оденься только фирменно. Полный зал будет.